Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Totem Pult, а мы продолжаем играть в Just Cause 3. И это у нас, по-моему, пятая серия, поэтому не будем долго начинать, приступим сразу к делу. Так, что мне надо сделать? Где у меня новая какая-нибудь миссия? Новых пока миссий мне показывать не хотят. Эту провинцию я зачистил. А, вот моя новая миссия. Давай. Установить маршрута. Рико, ты там? Ты не сказал прием. Прием. Склад повстанцев, особо не транспорт, вертолеты. Когда я тебя увидел, я вертолет подумал, мне, пожалуйста. Коста дель Порто — наша потеря. Мы проиграли, но мы оправимся от удара. Так, отлично. Погнали. На южном берегу Сорса. Блин, ты что делаешь? Здесь скрываются немногие уцелевшие. Найма тоже здесь. Она хочет с тобой поговорить. Да. Ребят, мне нужна новая вертушка. Да, мне нужна новая вертушка. Так, может быть, что? Зашибись, у меня еще маячки кончились. Шикарно просто. Идеально. Еще мне какие-то уроды преследуют. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Да. Жизнь идеальна просто. Идеально. Ну-ка. О. Это центр. Отправляю к вам. Бери разгон побольше. Отлично, я сбежал хотя бы. Мы его потеряли. Возвращайтесь по местам. Интересно, как думаешь, смогу ли я перелететь океан? Мне кажется, у меня не хватит духу с океаном совладать. Да, не хватит. Слишком далеко. Ух! Не-не-не-не-не, не смей. Плохое дело. Так, не... Ну нет, ну нет, я не хочу плыть в океане, это... все понятно. А, кстати, офигенная картинка. Она уникальна. Это будет наша заставка. Так, ладно, погнали. Ух, Рика, Рика, кончились у тебя маячки все, да? Точно кончились. Ну вот. Пипец какой-то. Да. Будем гребсти по волнам. Это будет безумно долго. Поэтому я нажму видео на паузу и включу, когда мы доплывем до того берега, чтобы вы не мучились, друзья. И вот, наконец, после стольких усилий, ближе к ночи, да, был день, но уже наступила ночь, а я только доплываю до берега. Идеально, да? Уже наступила ночь, а я только у этого берега. Ну, хоть на берег попали. Ура! Мы достигли этого. Вот прикинь, мы оттуда фигачили и дофигачили до того... Наверное, где-то, ну, 2 часа игровых плыли. То, что уже ночь наступила. Я офигеваю. Давай, полетел.
Сейчас скажут, обнаружен противник. Ну, как всегда, они жить любят. Они же сейчас подумают, что это вторжение, хотя я еще не собирался на них вторжение объявлять, но надо бы скоро на них напасть. Так, 5 километров нам. С половинкой было. Воу. Давай полетел. Лети, лети. Да. Это все-таки долго, это очень долго. Ну, хоть когда он летит, это быстрее, чем плыть. И не так уж болезненно и мучительно. Представь, мужик, кролем целый океан проплыл. Кролем. Ты это понимаешь? Серьезно, мне еще туда? Не-не-не-не, ребятушки. Идите-ка вы куда подальше. Я буду искать себе то, на чем можно поехать, точнее, поплыть. На чем можно поплыть? Вон туда мне надо, вон туда, ё-моё. Оба-на. Вот и все. Вот и моя первая жертва. Сейчас сам главное не облажаться. Ну. Ты чё? Ты дурак. Рика, ты дурак. Ищи теперь мне этот катер. Ну, давай, полный курс на меня. Давай, мужик. Хорош. Все, это моя собственность. Можно я сяду? Отличная погода, чтобы поплавать. Идеально угнал катер. Идеально. В этот раз хоть, как говорится, жухнем по полной. Идеально, он прям летает. Не в буквальном смысле слова, он реально летает. С таким катером я сейчас быстро доберусь до острова. А представь, если бы это все я был кролем сейчас, это жить. Сдохнуть. Давай газуй. Километры так и убавляются. Полный курс. Ну, в конце мы, как всегда, по красоте этот катер сломаем. А точнее, не то, что сломаем. Сломаем это, мягко сказано, мы его взорвем. Так, давай. Почти доехал. Давай, давай. Тут у нас бесконечный бензин. Нам на все посрать. Газуй на полную. Уже километр у нас остался. Интересно, что мне сейчас придумают на этом полузабытом острове? Так, уже остались метры. Всего лишь-то метры остались. Сорос, провинция Сорос. Так, ну вот и все. Я тут. Воу-воу-воу. А борт шибанулись. Влетай. Ну блин, ну что ты сделал? Надо было эпично с парашютиком, а я без парашюта. Вот что я сделал. Давай миссию начинай. Господи. Мы об этом не договаривались, Шелдон. Значит, теперь договорились, Марио. Я не могу. Мне жаль, сынок. Что случилось? Правда.
Вижу, ты нашел повстанцев, Шелдон. Как говорит мой пилот Зигзаг, каждый должен внести свой вклад. И ты же меня знаешь. Меценат года уже много лет подряд. Конечно. Это правда. Например, я только что договорился с повстанцами. Ты их спасаешь, они помогают мне, а я помогаю тебе перемещаться с места на место. Что надо сказать? Спасибо, Шелдон. Пожалуйста, сынок. Пожалуйста. Да. Логика. Я приплыл сюда ночью, а уже день. Круто, да? Это получается, он до утра ждал. Это миссия. Что это за хрень с Шелдоном? Он дал мне камлинг. Он нам всем дал по камлинку, сказал, это подарок. Ты мне солгал. Он видел, что дам мне победить. Это наша революция, но мы сами у него в кармане. Марио, я знаю Тома Шелдона. Я с ним много лет работал, но ты, мой друг, ты должен говорить мне правду. Извини. Извини, что я тебя в это втянул. Прощаю. Это было жестоко. Всегда будь начеку, амико. О, как смешно. Весь мокрый. Подойди. Говорили о складе Баварии. Здесь хранится Бавария Вилон. Если мы отнимем у врага склад, то ударим в больное место. Нас ждут великие дела. Вероятность мучительной смерти крайне велика. Отлично. Я имею в виду для тебя. Сейчас Диравелла самый опасный человек на планете. Мне нужен мой Бавариевый сканер. Мой информатор ждет тебя в Вигилатор Норд. Хорошую мать. Поехали, как говорится. Сейчас что-то интересное нам надо будет сделать, но я в этом уверен. Я знаю этого парня. Похоже, у него катер застрял. Поможешь ему? Эй, Рико! Сюда! Он хороший малый, братре. Ладно, помогу. Рико, море сегодня гневается, приятель. Будь другом, помоги добраться до воды. Все. Спасибо, Рико. Я этого не забуду. Рико, ты можешь использовать такие сигнальные ракеты, чтобы подозвать моих ребят. И они доставят тебя в любую точку острова. Быстро, надежно. И даже во время сиесты. Откройте экран карты. Быстрое перемещение. Выберите Манею. О! Идеально! Просто супер! Даже лететь туда не надо. Мы уже тут. Это... намного нам облегчает с тобой игру. Намного. Вау, еще мы прыгать будем. Обожаю прыгать. Миссия выполнена. Уже? Уже выполнена? Серьезно? Рико, луч мой информатор. Ждет в Вигилатор Норд. Где? Где ждет? Быстрое перемещение. Он поможет тебе найти Бавариевый сканер. Я еще миссию выполняю. По идее, я ее только что закончил. Тупо добраться до острова. Так, тут у меня ничего нет. Тут тоже ничего нет. А, вот. Погнали туда. Так, ладно, вот и машина наша. Идеально. С повстанцами в комплекте, точнее, с повстанцем, у которого пулеметик. Идеально. А это значит то, что мы с тобой опасны. У нас боевой повстанец, который будет всех расстреливать. Но не всех, а наших врагов с тобой.
Так, самое главное сейчас никого не шибить. Правильно, аккуратно ехать. Очень грамотно. Правда, я уже по встречке лечу. Ну, какая нам с тобой разница? Куплю себе виноград. Семейное дело было, пока генерал не отобрал у нас землю под базой. Машина малоповоротливая. Но таран у нее хороший. Так вот, уже летим на всех скоростях. Уже как бешеные летим. Километры прям так и слетают. Давай-давай-давай, войди в поворот. Не надо по говну ехать. Давай, войди в поворот. Ну-ка, это где? А чё фигня-то моя? Спасибо, дорогой друг. Останься тут. А я туда. Конфликт интересов. Нормальная миссия. Конфликт интересов. Ну давай. Я тут. Приступаем. Еще одна миссия за эту серию у нас с тобой ждет. Привет! Ты Луч? Не знаю. А кто спрашивает? Я Даймер. О, тогда я Луч. Регилатор Норд на той стороне залива. Тебе нужен сканер Даймы, верно? Си. Хо-хо-хо. Придется искать иголку в здоровенном стоге сена. Удачи, она тебе пригодится. Спасибо, Луч. Слушай, я все сказал как есть. Так, судя по его словам, это нелегко, наверное. Ну какая нам разница? Мы можем тут практически все. Поехали, что могу сказать. Давай, полетел. Дайма, а как выглядит сканер? Небольшой, переносной, неприметный, чтобы не бросаться в глаза. Бесполезный, если его потерять. Надо проверить контейнеры на базе. Ты чё? Да, молодец, мать. Создавать мне самую жопу. Одним словом. Так, мужики. Тихо. Буйными будь плохо. О! Жду порцию взрывов. Ой, мне чё, патроны кончились. Против с патронами нормально. А ты чё? Взрывайся. Сломать. Как тебе взломать-то? Чего нафиг? Чего тут не бронировано? Здесь ничего нет? Здесь ничего нет. Идеально, куда нам осталось? Так, это все сложно. Хочу сказать. Какая нам разница, когда мы тут много всего можем? Так. Опа. Вертушку. Подпись вертушку. Так, все идеально. Давай, открывайся. И тут ничего. Ничего тоже. Эх, проблема-то какая. Эй, блин, ты чё? Не смей так под
дурачок. Давай обратно. Так, идеально. Вот, давай. Сканер еще не нашел? Сканера нет. Так. Офигеть, она уже хочет, чтобы я его нашел. Это место проверим. Так, открывайся. Не он. Воу-воу-воу-воу-воу, это было... фигово. Давай, выплывай. Давай, почти долетел уже тут. Давай, все нормально тут. Я знаю то, что по тебе слишком сильно шмаляет. И тут ничего. Господи, везде ничего. Вон у меня последний отсек остался. Вот там точно что-то есть. Я в этом уверен. На 100%. Ну, на 99%. Давай, смотри, есть ли тут что? Я его нашел. Дайма! Нужно установить сканер на одну из трех решеток рядом с Сима-Леоном. Он покажет, есть ли там следы очищенного Бавария. Так, туда нам надо. На 2 километра. Рико, данные показывают, что сканер работает нестабильно. Может, он поврежден. Есть риск взрыва. Поспеши. Хорошо, нам мать. Нам надо поговорить о твоих изобретениях. Мне еще поспешить до туда надо, ё-моё. Серьезно. Рико, амиго, мне нужен этот сканер. Кто контролирует Баварии, тот контролирует Медичи. Знаешь, имея сканер, я бы убедил агентство больше помогать повстанцам. Посмотрю, что можно сделать, Шелдон. Так. Давайте еще. Заметили. Солдаты идут, Рико. Я с ними разберусь. Солдаты уже идут. Идеально. Идеально. Такие уже на вершине. О, здрасте. Фигня. Не надо по мне так шмалить. Сейчас вот. Да, я на месте. Всё, установи сканер на решетку у ракетной шахты. На решетку. Если обнаружим очищенный Баварий, значит Диравелла создал Баварийскую боеголовку. Сюда. А это очень опасно. Сюда или куда? Ё-моё. Куда? Сюда. О, залагал-то. Неужели я сюда попал? Серьезно? Серьезно? О боже. Прям так эпично. Очень эпично. Ну подождем. И я знаю, что делать со сломанным сканером. Сканер у меня, Шелдон.
Ответь, где ты? Бавьтесь в погоне, ну ладно. Замечательно, Рико. Я знал, что ты мне поможешь. Может, встретимся и отпразднуем в кафе Франческо? Они делают отпадный панель конполо. Вернитесь к Шелдону. Ты где? Шелдон. Там где-то. Вау. Это уже смертельно. Так. Шелдон, ты где? Вернитесь к Шелдону. Здорово. Куда? Какое кафе? Избавился от погони. Сейчас избавлюсь. Погоди. Опять уровень розыска один. Кто меня увидит? Эч. Вот тут посидим. Пока в невидимости. Будем сидеть с базукой и ждать, пока о нас забудут. Отлично, я сбежал. Так, теперь мне туда. Миссия почти завершена. Мужик. Как он не разбился? Это ж уже все. Жопа была, а он выжил. Странно. Так ладно. Там главное уж тут, где надо. Фух. Ну и ну. Смотрите, как то у нас. Шелдон, я искренне верю, что ты хочешь сделать мир лучше и добрее. Вот твой бавариевый сканер. Помогайте им спастись. Премного благодарен. Себастьяно Кировалло! Спасибо, что заглянул. Я буду основателем. Мда. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Гони генерала прочь. Эй, Рико, тебе это понравится? Что там, Марио? Угу. Если вы видели, один из ученых Диравелло решил переметнуться волосам, солнечным очкам и беспочвенному идеализму. Сообщайте о нарушителях сотрудникам МДР. В этот вторник ладно, под конец видео для красоты вот так сделал. Ну что ж, всем удачи, всем пока, с вами был Тутенбаум.